Приветствую всех, меня зовут Толяныч. Продолжаем с вами серию эпизодов по ремонтам. Все на ютубе. Смотрим наш новый сюжет. Итак, я вот как видите, одетый тепленько, наступили холода, но мы продолжаем делать ремонт и не останавливаемся на достигнутом. И сегодня в нашем сюжете я вам расскажу о незаменимой штуке на каждом ремонте, особенно в холодное время года. Это тепловая пушка. Итак, сегодня расскажу, как и обещал, о термопушке. Вот у нас есть такая вот пушечка, мы приобрели ее на наш объект. У нас здесь довольно прохладно стало, и просто обходиться без такой вот штуки совершенно здесь не получается. Поэтому мы приобрели бюджетненькая пушка. Чувствуется, чуть-чуть сборочка хромает, но тем не менее, она довольно быстро и качественно может нагреть помещение. Это у нас 3-киловаттная пушка, имеет два режима включения и, соответственно, нагревает очень быстро наше помещение. Сейчас, кстати, и проверим это. Итак, начинаем потихоньку раздеваться и давайте включим наш аппарат и проверим, как он работает и что вообще у нас получается. Итак, оборачиваем его задней стороной. Здесь видим кнопочка включения и два режимчика нагрева. Итак, включим. Включаем. Здесь у нас уже включилось все. После включения она начинает чуть-чуть жужжать. Но я скажу, звук не сильно громкий. Особо мозг не выносит. После включения начинает просто работать вентилятор, и с нашей теплопушки идет пока прохладный воздух. Так, включили пушку, пошел прохладный воздух, заработал вентилятор. Давайте включим первый режим отопления. Что у нас произойдет? Включаем, загорелась лампочка, соответственно, включился первый режим. Так, я чувствую, что воздух начинает постепенно нагреваться. Это заработало нагревательное реле, и вентилятор выдувать начинает уже теплый воздух. В общем, у нас идет теплый воздух, но я не скажу, что он горячий. Так, посмотрим. Здесь, как видите, у нас стоит два отопительных реле. При включении первой кнопки начинает работать одно реле. Вентилятор дует, воздух не сильно теплый, но тем не менее. Давайте включим второй режим и посмотрим, что изменится. Опа. Включаем. Кстати, каждая кнопка включает мощность пушки 1 на 1,5. Соответственно, если 2, то пушка начинает работать на полную мощность, выдавать все 3 киловатта, которые в ней вложены. Вот, теперь я ощущаю, что воздух реально пошел теплый и начинает постепенно нагреваться и становится очень даже горяченьким. Понимаем, да? В общем, минут через 5 наша пушка нагревать начинает воздух на полную мощность, и примерно минут через 10-15 в помещении вот такого вот уровня, как однокомнатная квартира, можно уже, в принципе, раздеться, и ощущается хорошая, добротная, теплая комнатная температура. Вот, в принципе, и все, что вам хотел рассказать. Особо много здесь нечего снимать о термопушках. Но скажу, что за небольшую цену это довольно хорошая пушка и позволит вам нагреть помещение как надо. Смотрите наше следующее видео на ютубе, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы готовы обсудить с вами любые моменты. И помните, ремонт просто, и все у вас получится.